Как повысить эффективность профессиональной подготовки, статус молодого специалиста и мотивацию его общественной деятельности? Такие темы обсуждали на обучающем тренинге в Центре подготовки кадров молодые специалисты «Алроса». Мозговой штурм под названием «Рестарт» или «Перезагрузка» привлек 35 участников со всех подразделений компании. Что из этого вышло, смотрите в сюжете далее. Экзамен по русскому языку каждый месяц, давай? Да, обязательно. Перезагрузка или рестарт. Среди молодых специалистов компании это командный тренинг. Участники искали новые решения старых вопросов. Это мероприятие организовано для того, чтобы с того актива, который сейчас у нас есть в компании молодых специалистов, выявить особо одаренных, особо умных молодых специалистов, чтобы дальше им помочь развиваться. Чтобы сделать тренинг динамичным, команды менялись местами и оставляли свои наработки. Другие участники оценивали написанное и добавляли новые пункты. Идет оценка идей. Ну, то есть как бы не критикуем, а там идет оценка по двум категориям. Там, в ауди и там, сомнительная идея. На тренинг пригласили экспертов Сергея Кирова и Евгения Кудзина. В свое время они создавали объединение молодых специалистов. Эксперты корректировали наработки участников и вносили свои предложения. Вообще вы должны понимать, куда вы пришли и чем занимается ваше предприятие, какова стратегия движения вашего предприятия, ваше место в этом предприятии. И это может действительно сказать только выяснить на встрече с руководством компании. Интересных идей, полученных в результате тренинга, было немало. Учеба удалась. Теперь приобретенный опыт можно оттачивать на практике и привносить что-то новое в производственный процесс своих предприятий. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».